Пане Романе, наш головнокомандувач Валерій Залужний зустрівся з західними партнерами, Сполучені Штати Америки, мається на увазі їхній офіцерський склад, і сказав наступне, що Збройні сили України зараз стоять на порозі прориву. Як ви вважаєте, що який саме напрямок і де конкретно мав на увазі Валерій Залужний про прорив на фронті? Три направления, где сейчас возможен прорыв линии обороны противника и выход на оперативный простор. Первый – это район Орехово, южнее Работино. Мы уже дальше начинаем двигаться по дороге, если посмотреть карту. Дороги идут от Орехово, идет две дороги. Одна на Токмак, это вот через Малую Токмачку, Работино и дальше на Токмак. Одна дорога. И вторая дорога, опять же, из Орехова через Токмачку на Пологи. И вот сейчас украинские войска двигаются по этим двум направлениям. То есть и на Токмак, и на Пологи в том числе. Движение на Пологи в сторону Полог проводится с целью подрезать выступ уже в районе Гуляйполя, российский выступ в районе Гуляйполя. Ну а движение, общее движение на Токмак – это для выполнения общей задачи выхода на Азовское побережье, пересечения сухопутного коридора. Это вот одно направление, откуда, где может уже быть в ближайшее время выполнение этой задачи прорыва линии обороны и выхода на оперативный простор. Второе направление – это Времюсский выступ. Сейчас там в районе ведутся боевые действия в районе Заветного желания с общим направлением на Старом Лыновку, причем восточный берег реки Елов, то есть не по западному, а по восточному берегу, правильно, грамотно, потому что по восточному удобнее продвигаться, и дальше общее направление может быть сохранено в сторону Мариуполя или, допустим, Урзуфа или Ялты. То есть выход не на Бердянск, а как раз выход в сторону Мариуполя. В этом месте может быть прорыв второй. Ну и третий однозначно это форсирование Днепра в любом месте, где будет назначена, допустим, переправа или поставлена задача. По левому берегу достаточное количество сейчас у нас разведгрупп. Вот таких, как мы видели, высадились в Крыму. Вот такие разведгруппы по левому берегу сейчас как у себя дома выполняют боевые задачи согласно распоряжению. Но в любой момент они могут организовать плацдарм для переброски войск. Потому у нас готовность по прорыву есть по трем направлениям. Или по одному из трех, либо по всем трем одновременно. Но опять это все в замыслах Генштаба. И мы их увидим. Ну, раз Залужный сказал, что в ближайшее время, я думаю, где-то в начале сентября ми вже увидимо такого роду дійсня. Пане Роман, також Богдан сказав, що в нас буде наземна операція по Криму. От, власне, скажіть, будь ласка, оце от висадка вчорашня, це прощупування, це демонстрація на День Незалежності, що ми можемо висадитись в Криму, чи це фактично початок того, що обіцяє Богдан? Это, наверное, все вместе сразу. Дело в том, что при выполнении боевых задач с самого действия выжимается максимально. И при постановке задач, ну, естественно, потом при планировании и выполнении максимум выжимается. И 24-е, то есть поднятие боевого духа украинской нации и украинского войска, и это посыл для крымчан, украинцев в Крыму ждать украинские войска, россиян в Крыму собирать чемоданы и выезжать. И чем быстрее, тем лучше. Это растягивание сил средств противника на дальности где-то еще плюсом 100 километров, как минимум, к линии фронта, связывание войск. Ну и боевая задача, которая выполняется при такого рода действиях. И, естественно, подготовка уже к такому роду десанту. Дело в том, что вот техника, технология десантирования, это примерно такая же техника будет и при заходе в Крым. Зачем нам стучаться, допустим, в Армянск с севера, да, с материковой Украины? Если достаточное количество десантов может этот Армянск обойти, а и в конце концов высадиться южнее Армянска и уже постучаться с юга в этот укрепрайон. Потому это один из вариантов. И надо еще не исключать еще один воздушный десант. Достаточное количество есть вертолетов при
подавление систем ПВО. Системы ПВО подавливаются, вот как раз показали, как подавить систему ПВО. С-400 легко подавилась и еще раз подавилась. То есть вот при массированном подавлении системы противовоздушной обороны, высадка десанта и воздушного вертолетами, а также возможно морской, воздушный. То есть здесь целый комплекс мероприятий, который может быть осуществлен при уже деоккупации Крыма. Но все-таки оптимально деоккупировать Крым, конечно, не только наземной операцией, потому что без воздушной, без ракетной поддержки сложно будет нашим войскам двигаться. По-любому сложно, потому широкомасштабную операцию по Крыму, особенно с полной зачисткой Крыма, лучше выполнять все-таки с поддержкой авиации, либо достаточным количеством ракет, дальних ракет, типа тех же Storm Shadow, того же Тауруса, Скалпа или Атакамсов, хотя еще большой вопрос, по Атакамсам дадут или нет, но тем не менее лучше это все-таки выполнять, опять же, комплексно, не неся больших потерь. Пане Роман, секретар РНБО Олексій Данілов сказав наступне, що Росія не може перемогти в цій війні, в неї нема варіантів перемогти, та не тільки він це каже, але запевняє, що таким чином в країни-агресорки є план Б – це розхитувати ситуацію всередині України. Я би сказав, не тільки внутрі України, а й в мірі. То есть это Данилов как-то именно кто как к нашей стране относит, а раскачивание ситуации в мире, причем россияне это сейчас максимально делают, включены все механизмы, платятся сумасшедшие деньги, запечатание статей упаднических, за включение говорящих голов типа Саркози, все пропало, давайте все отдавать, и так далее и тому подобное. Потому такая массовая операция, которая сейчас запущена, включена, к ней подключены некоторые такие же говорящие головы будущих, вернее, политиков американского истеблишмента. Мы это сейчас видим, слышим, как раскачивается ситуация. И как раз вот это... Эти внешние, так сказать, давления, надо их выстоять, понимая нашу задачу. А когда видишь цель, не видишь препятствий, то у нас цель уничтожение российской армии, выход на госграницу и дальше развал Российской империи. Вот когда эта цель видна, понятна, и когда общество сконцентрируется на достижении этой цели, то никакие ни внутренние, ни внешние раскачивания абсолютно на эту цель никак и на общество никак не повлияют. А у нас сейчас есть такой единый консенсус по видению движения, видению цели, видению ситуации. Потому я не думаю, что сейчас какие-то моменты могут нас подвигнуть на что-то другое. Мы победим однозначно, без вариантов. Россияне не то, что проиграют эту войну. Российская армия будет на голову разбита на территории Украины, на оккупированной территории. Просто до последнего россиянина с оружием никто отсюда не уйдет, здесь все останутся. Кто же их выпустит, потом бегать за ними по всей России. Ну и развал Российской империи, он уже начался, уже есть механизмы, которые видны и уже запущены внутри самой Российской империи, даже у нас. В Украине сейчас уже создаются парламентские определенные комиссии, парламентские группы по контактам с построссийским, постимперским уже миром и существованием. Есть контакты уже с Татарстаном, с Ичкерией, с Ингушетией, Бурятией, Якутией, Башкирии, то есть идет целый процесс уже сформирования построссийского общества и построссийской, постимперской, я бы так сказал, земли, построссийской имперской модели государственного строительства. Потому видна цель, мы побеждаем, это уже понятно, то есть логика развитие процесса, она есть, это та же логика, это та же математика. Математические формулы, ну, они единые и понятные, они просчитываемые, потому можно сказать, россиян уже нет, надо к этому готовиться, к постимперской этой жизни,
Ну и дальше пройти только этот путь. Время тяжело, конечно, но его надо однозначно пройти.